здание попали вчера вечером. Вчера вечером был прилет со стороны Днепра, полностью весь третий этаж и в крышу. То есть два снаряда попало. Сейчас занимаются ликвидацией, да? Сейчас пока не трогают. Почему? Потому что сегодня в 7:30 еще был прилет. И вот буквально час назад было тоже вот это свежее все. Вот это? Вот, да. Здесь и в дома были. Рядом, Поэтому сейчас только пока еще небезопасно здесь. А само здание часто страдает от обстрелов? Да, где-то с периодичностью два раза в неделю прилетали. Вокруг. Сейчас ужесточились, да, обстрелы? Да, вот буквально дня три назад активизировалось. Вот это вот прямое попадание было вчера вечером. 6 часов. Здесь. Это все время с этой стороны? Да, со стороны Днепра, да. Вот. Вот сюда. Вот здесь, смотрите, все. Вот. Дыра.